Оптимистичные планы. К 2025 году чиновники Ленинградской области обещают переселить из аварийного жилья более 16 тысяч человек. На это выделят 12,5 миллиардов рублей. Из них большая часть – это федеральные средства. Еще 1,5 миллиарда выделят на строительство объектов образования. До конца декабря в перенаселенных районах Мурино, Бугры, Новогорелово и Кудрово появятся 4 школы и 1 детский сад. Также выяснилось, что до конца года жителям соседнего региона, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, жилплощадь в стройках покупать больше не будут. Для них чиновники подготовили альтернативу. Жилье со вторичного рынка – это для того, чтобы людям больше не пришлось ждать окончания строительства новых зданий.